Вихрь АСВ-370/2Ч. Компактная напорная насосная станция для перекачки или подачи чистой воды. Сегодня на распаковке бюджетная насосная станция от компании «Вихрь». Устройство поставляется в картонной упаковке, а комплектация включает лишь паспорт изделия. Устройство имеет небольшие габариты – 30 на 30 на 18 сантиметров и вес около 6 килограмм. Конструкция немного нестандартная. Насос тут установлен снизу, а гидроаккумулятор – сверху. Это обусловлено малой емкостью гидроаккумулятора – всего 2 литра. Сзади на корпусе клапан для подкачки воздуха. Для этого можно использовать ручной, ножной или электрический насос. Корпус насоса выполнен из чугуна. Внутри установлен асинхронный однофазный электродвигатель мощностью 370 Вт. Он обеспечивает производительность до 4 литров в минуту. Способен всасывать воду с глубины не более 9 метров и обеспечивает максимальный напор в 30 метров. Учтите, что вода должна быть очищенная и температурой не более 50 градусов. Диаметр входного и выходного отверстия 1 дюйм. Тут же установлено реле давления. Оно автоматически включает станцию при снижении давления воды до 1,2 бара и выключает при достижении давления в 1,8 бар. Производитель не рекомендует использовать станцию в режиме работы, при котором станция включается более 20 раз за 1 час. Благодаря компактному размеру, небольшому весу и малому энергопотреблению, Вихрь АСВ-370/2Ч можно использовать как в мобильном варианте для перекачки воды, так и в стационарном варианте для подачи воды в дом или для полива огорода.